Плановая выездная проверка Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, называемая Роспотребнадзором, началась сегодня, 23 октября, в компании «Форес». К проверке на этот раз привлечены более 30 специалистов службы, в том числе из города Нижнего Тагила и аккредитованной экспертной организации Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. Результаты собственного экологического мониторинга, который ведет сама компания, по словам главного эколога общества с ограниченной ответственностью «Форес» Татьяны Сарапульцевой, показывает, что производственное оборудование работает как надо. Природоохранные нормы соблюдаются. Проверяющие всегда настроены жестко и придирчиво. Поэтому подразделения компании ждут экспертов с понятным напряжением. В рамках Федерального государственного экологического надзора будет проверено, как подразделение компании соблюдает требования законодательства Российской Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также как соблюдаются на местах лицензионные требования. В том числе будет замерено содержание загрязняющих веществ на источниках выбросов и проанализированы различные виды отходов с производственных площадок. Работа экспертов продлится до 20 ноября.